Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и у нас на канале еще не было игр в жанре квест, поэтому давайте начнем играть в игру под названием «Капитан Моргана и Золотая Черепаха». Здесь мы возьмем на себя роль девушки, которая является настоящей женщиной-пиратом Карибского моря, которая отправляется на поиски древнего божества под названием Золотая Черепаха. Вот. И давайте начнем этот путь. Вот. От ее детства и до самого взросления и становления капитаном корабля пиратов. Поехали. Пират попадает в какой-то шторм, в бурю. Приходит на помощь или это он вспоминает? Это он, наверное, вспоминает. Итак, это управление. Левая кнопка мыши, действие, разговор, правая инвентарь, пробел подсказать, показать подсказки. Окей, понятно. Не время сидеть на месте, салаги. У нас есть важные дела. Правильно, Моргана. Сначала нужно сделать всю важную работу. О, yes. Хорошо. Нужно закончить всю работу, прежде чем идти играть с друзьями. Так, всю важную работу. Так, правая кнопка мыши, у нас еще и инвентарь. В инвентаре у нас ничего нет. Это у нас получается карта острова, да? Тоже пока ничего не отмечено. Так, а это у нас получается задание. Домашние хлопоты. Уберите кучки пыли и протрите окно. Понятно. Это, наверное, наша мать. Или какая-нибудь тетушка. Ну, можно сохранить. Да, хочу сохранить. Так. Ладно, давайте смотреть. Что здесь у нас? Пустое ведро. Можно... Это ведро просто огромное. Понятно. Взять его можно? Нет. Оно слишком большое, чтобы носиться с ним. Ясно. Так, что у нас здесь? Щетка. Я воспользуюсь щеткой, чтобы подмести мусор. Отличная идея. Возьмем. Так, а теперь надо найти мусор. Так, что у нас дальше есть? Чем интересны квесты? Они такие не быстрые игры. Надо все осматривать, все внимательно читать. Что это? Эти протезы принадлежали выдающимся членам нашей семьи. Вот дедушкин, бабушки Агаты. Кузены Бернардо и так далее. Понятно. То бишь, мама не любит, когда я играю с семейными ценностями. Она говорит, мы должны уважать воспоминания. Понятно. Так, что здесь? О, кучки пыли. Одно из моих поручений — подмести пол. Везде кучки пыли. Нужно подмести пыль. Так, подмести пыль. Я не могу собрать пыль голыми руками. Понятно. У нас есть... Ну давай ты уже. У нас есть щетка. А как?
смысле, как? А, во. Использует щетка с кучкой пыли. Чего-то не хватает, чтобы собрать пыль. Чего же может не хватать? Не хватать, наверное, может совка. Если логично подумать. Чтобы собрать пыль, нужен совок. Так, давайте искать совок. Кувшин для воды. Это мамин кувшин для воды. Хвачу-ка я этот предмет с собой. Зачем нам кувшин для воды? Будем пыль собирать в кувшин. Так, ну здесь ничего нет. Двор Кастилья. Кучка пыли. А, вот совок. Отлично. Совок. Возьмем совок. Так. Наверное, надо совок сначала применить, да? Я не могу замести пыль в совок голыми руками. Понятно. Значит, надо, как обычно в квестах бывает, да, комбинируем. Отлично. Удивляюсь, откуда столько пыли? Если бы я могла остановить это, мне бы не пришлось подметать пол снова. Так, и здесь мы кучку пыли видели, да? Давайте тоже соберем сюда. Просто настоящие устранители пыли. Убиратели называются. Так, где у нас еще пыльное место? Арбалет, смотрите, есть. О, кучка пыли. Иди сюда, сейчас я тебя уничтожу. Я подмела всю пыль, мам. Да, это наша мама, получается. Отлично, Моргана, я горжусь тобой. Можешь выбросить мусор в бочку, когда будешь уходить. Sure, мама. Конечно, мама. В бочку, когда будем уходить. Так. Уберите кучки пыли и протрите окно. Нам еще теперь надо протереть окно. Задачи нарезаются и нарезаются. Ну, что не сделаешь, чтобы стать пиратом, настоящим капитаном. Так, тряпка. Тряпка для уборки. Okay. Хорошо. Отлично. Так, протереть окно. Грязное окно, вот. Я предполагаю, так, нам надо еще... Мы взяли вот кувшин с водой. Да. Это окно грязное. Нам надо смочить будет. Не нужно открывать окно. Нам нужно будет, наверное, смочить. Нет? В этот кувшин поместится огромное количество воды. Или этот пустой кувшин? Странно. Или просто, что ли, протереть? Я не могу протирать окно сухой тряпкой. Ну, логично. Это логично. Дверь в спальню. Так. Деревянные ноги. В рот мне ноги. Оп. Ха, мистер Картошка. Это же из этого, из мультика. История игрушек. Я зову его мистер Редиска. Хотя он больше похож на картошку. Да не, это мистер Картошка. Какая редиска? Ты что? Лучше пойду поиграю с друзьями на улице. Сундук с игрушками. Все мои игрушки в сундуке. Это мой надежный меч. Ни одного пирата не стану серьезно воспринимать без острого клинка за поясом. О! У нас теперь есть меч, обязательно оружие для начинающего пирата.
Это круто. Так, так, так. Ясно, понятно. Так. Мы отклонились от сути дела. Нам нужна вода. Мне не нужно туда идти. Давайте, может, подсказочку спросим у мамы. Может, она даст нам? Мама? Мама, что ты делаешь? Я вышиваю шаль для церкви. В церкви скучно, зачем нам туда ходить? Кто-то должен молиться за душу твоего отца, дорогая. А, наш отец. Что с ним случилось? Так, давайте спросим, что у нас с отцом случилось. Когда папа вернется? А, отец, наверное, в плавании просто. Я тоже очень скучаю, Моргана. Но ты сама знаешь, он никогда не придерживался расписания. Я буду счастлива, когда вырасту и смогу ходить с ним в море. Моргана, ты же знаешь, что женщины не выходят в море. Они остаются в доме и присматривают за ним. Я думаю, это нечестно. Когда я вырасту, все изменится. О, Моргана. Ты взглянешь на вещи по-другому, когда станешь старше. Понятно. Кулон. Кулон такой красивый, мама. Твой отец специально подарил его мне, чтобы показать, как сильно он меня любит. Он никогда не дарил мне красивых кулонов. О, Моргана, твой отец любит тебя так же, просто по-своему. Но когда ты повзрослеешь, ты найдешь человека, который будет любить тебя так же сильно. Никогда. Что за ужасные мысли? Когда я вырасту, то стану лучшим пиратом во всем мире. Понятно. Выход. Так, давайте поручение. Какие у меня задания на сегодня? Надеюсь, ты слушаешь, Моргана. Я хочу, чтобы ты простерла окна, подмела пыль и налила воды в кувшин. Так, а где воду-то взять? Арбалет. Не знаю, зачем у нас на стене висит арбалет. Для красоты. Это как декор. Моргана, тебе нельзя трогать арбалет. Зачем он тогда висит на стене? Потому что твой папа считает, что он пригодится нам в экстренных случаях. Это опасный предмет. Я не хочу, чтобы ты поранилась. Более того, твой отец разозлится. Понятно. Так, нужно решить проблему с водой. Дверь спальни у нас. Давайте вы... А! Чё, пустое ведро. Я, кажется, понял. Давайте посмотрим. В те же... Морган, куда ты пошла? Я иду выбросить мусор и набрать воду из колонки. Вот, вот. Воду из колонки. Very good. Отлично. Я так и предполагал, а только хотел это сказать. Так. Нужно, наверное, сохраниться. Отлично, сохранились. Что здесь мы имеем во дворе? Так, гостиная Кастильо. Колонка, кучка грязи, огромная бочка. Посмотрим, что за ручка. Пойдем по порядку. Это ручка от водонапорной колонки. Так, водонапорная колонка у нас сломана, получается. Давайте возьмем ручку. Отлично. Огромная бочка. В эту бочку мы сбрасываем весь мусор и пыль. Ясно, понятно. Good idea. Хорошая идея. Здесь и дураку понятно. Раз они сюда сбрасывают мусор, значит мы сюда выбросим пыль. Так. Первое дело сделано. Теперь нужно разобраться с колонкой. Кучка грязи.
Вода, капающая из колонки, сделала на земле кучу грязи. Нужно выполнить все мои обязанности, прежде чем играть в грязи. Понятно. Так. Это водонапорная колонка. Я не могу открыть воду без ручки. Так, ручка нам нужна. Нужно сначала починить ручку. В смысле? Где-то тут должен быть болт. В смысле? Ищем болт. Так, высокая трава. Вокруг колонки все заросло травой. По-любому, болт лежит в траве ночь. Я не могу выдергивать траву голыми руками. Нужна газонокосилка. Черепок. Ох ты, она втопила-то как. Я лично нарисовал этот череп. Он выглядит устрашающе. Мама не любит, когда я залазю по бортику крыши, поэтому я делаю это, когда папа дома. Понятно. Воздушный змей, смотрите. Змей запутался в ветках на прошлой неделе. Мама не разрешает мне забраться на дерево, чтобы достать его. Змей запутался вокруг ветки. Понятно. Так, штурвал у нас здесь. А это у нас пушка, но она не отмечается. Там, смотрите, Карибское море. Красота, акулы. Пляж. Развилка. Давайте подойдем к штурвалу. Поднять паруса. Так, бревна. Тут большое бревно. О, тут что-то блестящее. Мощный магнит. После того, что случилось последний раз, мне лучше держаться подальше от компаса. Я уверен, они найдут когда-нибудь тот корабль. Понятно. Я думаю... Так. Понятно. Я думаю, что... Болт. Он же магнитится. Я думаю, надо на траву просто направить. Что, нет? Болт не падал в высокую траву. Это значит, что он упал в грязь. А, вон оно что. Давайте попробуем в грязь. Так радуется. О да, сокровище мое. Ну, наконец-то я могу починить ручку колонки. Отлично. Болт, наверное, с ручкой надо. Вот так. Отлично, теперь все должно заработать. Так, ставим кувшин. Теперь наполним. Система, да? В те времена. Ну что ж, все, я наконец налила воду в кувшин. Ну что делать? Так. Так, по-другому не выживешь. Так, гостиная Кастилья. Там у нас пустое ведро, надо вылить. Пустое ведро получается. И смочить тряпку. Теперь мне снова нужно наполнить кувшин. Да зачем кувшин-то еще раз наполнять? Я выполняю поручение, мама. Пойду налью воды из колонки. Отлично.
Ну окей. А если надо, так давайте это сделаем. Теперь наполним. Все, я наконец налила воду в кувшин. Понятно, давайте отправляемся домой. Закончим дела. Спасибо, дорогая, ты действительно дочь, о которой мечтает всякая мать. О, я даже засмущался. Это значит, что я получу это прелестное ожерелье, когда... которое папа привезет последний раз. А, привез последний раз. Оно будет твоим однажды, обещаю. Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся. Надо смочить тряпку и протереть окно. Окей. Хорошо. Замечательно. Конечно, картошка это. Да. Не ожидал его тут встретить. Почему его сюда сунули? Это же не диснеевский. Не игра компании Disney. Ура! Окна снова блестят чистотой. Отличная работа, Моргана. Спасибо, мама. Мама, я закончила свою работу. Thanks, dear. Спасибо, дорогая. Now you can Теперь можешь веселиться с друзьями. Отлично. Я собиралась поиграть с друзьями на гладком холме. Ну что ж, друзья. Закончили мы домашние дела, а с друзьями мы пойдем играть уже в следующей серии. Так как я эту серию я заканчиваю. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, группа запущена. Вот. Можете смело добавляться туда, следить за новостями, за расписанием выхода видео, стримов и тому подобное. И я со всеми прощаюсь, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.